Нового президента выбрали буквально на днях, а его именем уже пользуются последователи Остапа Бендера. Сегодня в одном из пресс-центров псевдо-представители Владимира Зеленского за круглым столом рассказывали о развитии Одесского региона. При этом официальный штаб будущего президента во главе с Александром Андросовым сообщил, что это фейк и никакого отношения к этому мероприятию они не имеют. Среди заявленных экспертов – преподаватель экономики, главный редактор интернет-издания «Топор» и другие спикеры, которые не имеют отношения к Z-команде. Стали частиною команды Зеленского, когда надали свои данные информационные в штаб, когда он информировался. Я считаю себя частиною этой команды и уверен, что 73% населения, которое проголосовало за Зеленского, є частина команды, є команда Зеленского. Тому хочу не путать окремі якісь клани, які можуть формуватися. Накануне в одесский журналистский чат информагентство прислало письмо о том, что круглый стол проведут якобы представители Z-команды. Директор пресс-центра объяснила это так. Ее коллеги ошиблись, когда делали рассылку. К сожалению, некоторые, может быть, наши не совсем чистоплотные коллеги воспользовались и перевернули какие-то слова или там поняли их по-своему в силу каких-то причин и решили написать там и вынудить даже того Александра сказать, что это фейк. Как модератор этого мероприятия я имею право приглашать на него всех тех, кого считаю нужным. Моя личная ответственность как директора информационного агентства «Одесса Медиа» видеть за этим столом. Имеют ли эти люди отношение действительно к Зеленскому или они просто хайпуют на его имя? Богдан, за этим столом хайпую на имя Зеленского только я. Среди участников круглого стола присутствовали также руководитель Международной антикоррупционной ассамблеи Анатолий Коломиец. Мужчина вместе со своим другом поддерживали в суде Вячеслава Бакия, которого подозревали в покушении на адвоката Погорелова, а также Марию Пелиеву. Ее обвиняют в рейдерском захвате базы отдыха «Зори Тирасполя» и махинациях с землей в Затоке. О развитии региона рассуждал и черкасский предприниматель, он же глава общественной организации «Слуга народа Одещины» Александр Хмельковский. В 2017 году он числился в розыске, будучи ответчиком по гражданскому иску. Какое отношение приглашенные имеют к штабу Зеленского и как они собираются внедрять свою стратегию развития региона, так и не выяснилось.